600 миллионов рублей планируется потратить на реконструкцию внешнего освещения города. В ближайшие 7 лет в Кирове будут реализовываться масштабные мероприятия по энергосбережению, сообщают в администрации. Сегодня наш город был присоединен к декларации устойчивого развития. Этот документ предполагает участие муниципалитетов в программах и проектах, которые нацелены на внедрение экологически чистых и энергоэффективных технологий. Кстати, в рамках проекта реконструкции освещения в Кирове заменят 24 тысячи городских светильников на светодиодные.